Таджикистан опубликовал текст совместного заявления делегации по делимитации кыргызско-таджикской границы. О чем он? Будут использовать документы и материалы 1924-1927 года и 1989 года, где ворог не значится анклавом. Собираются описать проектную линию границы на оговоренных участках с 5 по 9 мая. Проведут топографические работы до 17 мая. Совместно построят автодорогу Ходжай-Ало-Ворух в объезд населенного пункта Танги, Капчыгай. Приступят к проектному описанию госграницы на участке Ворух после строительства данной автодороги. Также стороны договорились, что очередное совместное заседание состоится на территории Республики Таджикистан. Документ подписали от делегации Кыргызстана. Ташиев, председатель ГКМБ Кыргызстан. От делегации Таджикистана Ятимов, председатель ГКМБ Таджикистан. Правительство Кыргызстана опубликовало совместное заявление делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы. Сравниваем. Линию границы согласились описать по документам 1924 по 1927 и 1989 годов. Стороны собираются описать границу на участках с 5 по 9 мая. До 17 мая намерены описать границу в селах Максат, Кулунду, Гукташ, Гуктерек, Аксай, а также на участках Овчих, Калача, Чортук, Сомуньон, Ходжай, Ало, Таджикистан. Стороны совместно построят дорогу из Ходжай, Ало, до Воруха, в объезд по восточной стороне населенного пункта Танги, Капчыгай. Но использовать и содержать трассу будет таджикская сторона. После строительства дороги стороны приступят к описанию линии на участке Ворух. Следующее заседание делегации состоится в Таджикистане. Документ подписали от делегации Кыргызстана Ташиев, председатель ГКМБ Кыргызстан, от делегации Таджикистана Ятимов, председатель ГКМБ Таджикистан. Забыл добавить, еще есть такой пункт. Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы. Thank you.